Так, ребят, ну машина 3 дня не заводилась. Сегодня ночью температура была минус 38. Сейчас посмотрим внутри сколько и как она заведется. И как раз вот этот мгновенный отогрев стекла, ну, то есть включится. Еще что, ну, самый минус, что здесь нету брызговиков. Ага. Да, тут все еще разобрано, потому что с телематикой никак раз разобраться не можем. Сейчас включишь, покажу, как это, вот это, ага. Сколько температура. Минус 30. Опа, все видно, да? Минус 30 сейчас. Ну, смотрим, как она заводится. Ну, подождем, сейчас маленькая аккумулятор емкость заберет свою. Так, ну это со второго раза уже пытается завести. Полный газ нужен. Полный газ для того, чтобы продуть, если заливает свечи маленькая, чтобы продувку цилиндров сделать. И как раз в это время форсунки отключаются, топливо перестает поступать. Выборы президента Российской Федерации. Мелкий зеленый радио включилось. Так, ну попытка третья, да, у нас? Она заключительная будет. Ну, наверное, да. Ребят, 31 вам градус показывали, да? Не хочет заводиться. Так, вот еще, конечно, минус. Нету брызговиков, вот этот лед намерзает. Бывает даже, вот, короче, намерз, и вот так вот до низу вот было. Надо брызговики будет покупать обязательно. Пока в целом вроде как нравится машина. Хорошо. Так, Леха, для истории помаши нам замерзшь, как стоит. У меня сегодня тоже небольшой чипун был, так что. Да. Так, мороз. Четвертая попытка заводки. Не хочет. Ну что? Чуть-чуть повеселее начал крутиться. Может, отключился. Отключился. Это значит уже схватил двигатель. Угу. Давай еще раз. Ну, подождем, давай маленько поставим. Давай поставим. Вот такой дым идет черный и не сгоревшим топливом пахнет. Подожди, подожди. Мучаем машину, ну что сделать? Завести хочется сегодня. Сколько дней вас стоит? Три дня стоит. Три дня? А я не заводил, мне никуда ехать. Так, ну что, Леха с гаража выезжает. Сегодня маслица у него даванулась под фильтр, вот тут тянул. Ночь тоже стояла, не заводилась. В гараж сейчас капот откроют, маленько отстоится. Ну так как здесь отопление центральное идет, в гараже тепло. Так, ну и немножко рассказать, что там с сигналкой получилось, не подключается телематика. Чего это там такое? Код не присылает, мне пин-код не присылает для подключения на их сайте, не получается. Ну это уже сколько, 2 недели мучаю. И сервисный центр им звонил, на и бесполезно. Они что-то мне говорят, говорят, то оператора сменил, уже 3 операторов сменил, и так и не получается. Никак. Сейчас морозы наступили, оно у меня так и без автозапуска и работает. Нету автозапуска. Угу. Заморозил машину. Ну, ладно. Так, по двигателю, что, почему 1.6 выбрал? А что тут с 1.8 какие-то проблемы, смотрю, и много этих нареканий. Смотрел 1,5 часа видео, главный технолог и главный инженер, по-моему, говорили. Я конструктор. Ну, да, с завода, с завода. Да, с завода. И вот они рассказывали, как там все это устроено. Ну это ужас. Я не знаю, там простая замена ремня ГРМ, там что-то в такие эти, в дебри. Это генератор сними, кондиционер сними, плиту кондиционера, крышку клапанов. Коллектор здесь весь надо разобрать, надо и потом до ремня добраться. И там еще специнструмент. Угу. Ужас, то есть в наши морозы это просто не, ну, нереально даже, да, сальничек. Это нереально здесь вообще, это какой-то ужас. Я не знаю, зачем это надо было сделать. Ну, что-то усложнили зачем-то. Ну а этот двигатель как модернизируется, из него можно что сделать, допустим? 124 можно сделать. Обычный прерывок и 124 двигатель. Да. Можно сделать. То есть поршня переточить и поршня поставить харьковские. Нет, Кострома, точно. Вот.
Так что. Так вот. Ну ладно. Только не трогай ничего. Да, пластмасски все застывшие. Все застывшее. Так. Раскручивает. А что за забота-то про двигатель? Сейчас такие автомобили пошли. Я с ними прям постоянно сталкиваюсь. То есть это и Hyundai, и европейцы, там, я не знаю, Audi. 60 тысяч ресурс двигателя почему-то. То бензин не такой, то какие-то условия эксплуатации они пеняют. Да, скорее всего, тех задание было сделано, чтобы так они быстро изнашивались. Разовые машины. Разовые машины. Да, все проблемы. Ну, хотя в салон, ну, такой неубиваемый, можно сказать. Ну, как... Так все работает. Вот смотри даже. Вот возьми даже, я не знаю, там, ну, я не знаю, там, стекла как опускаются, дворники, ручки замков. Все красиво. 80 тысяч двигатель угробленный. Прям угробленный. Лада был одного. У всех. Да не наговаривай, ладно, ты просто завидуешь. Ты себе такой не смог купить, и все. Вот не... Ну, это знаешь, как у нас некоторые потом начинают. Да это вы просто там не видели хороших машин. Да вот в том-то и дело, все хорошие. Это сейчас ресурс очень низкий. Такое иногда впечатление, что машины делаются для того, чтобы они очень часто ездили на сервис. То есть как-то так. Ну, это разбирает, да, картоночку сюда вставить сейчас вот, потому что тоже штука обязательная. Сапун здесь выходит. И ну, на таком морозе, если ехать, то его перехватывает. И масло через щуп вылетает. Ну всё. А что, как вон у Борева, на Вольво. Ну. Нафига он там на трассе не стал? На трассе ехал, перехватило сапун, выдавило, щуп, короче, щуп, щупа, масло щупа. Генератор попало, пропала зарядка, и он встал. И все. Ну. Все а хорошо. Хотя там масло-то, в общем-то, и немного выдавило, двигатель-то не заклинило, ничего. Да, да, просто да. Пропала зарядка. Так вот. Так, еще вот, кстати, кто-то спросил, почему нет вот этой плиты. Там не затолкать. Да? Плиты почему нету? Плита, только вот эта крышка сверху на 1,8 на двигателях, на этой нету. Но я вот смотрю, что болты вот эти стоят, скорее всего, она, ну, возможно, как-то поставится, если там ее отдельно купить. Но... Да, в общем, она, наверное, не нужна. Да, вот тоже как-то, тоже верно. Ну, сейчас что-то не совсем еще разобрались, как разобрать это. А нету, никак не разобрать ее. Да? Она элемент бампера, вот это, а это накладка, она просто это. Я сюда не пойму. Ну ладно, сейчас. Да, она вот она с решеткой вместе. Вот это короче, вот. Кто-то даже ругал, говорит, только купили, все уже разобрали, что-то разбираете. Ну, парни, знаете, как это. Это ж для того и куплено, чтобы везде посмотреть все это, потрогать руками. Ездит-то оно, ездит. Ну, кстати, да, в управлении прям что-то очень хорошо. Да нет, тормоза, расскажи про тормоза. Ой, что-то мне кажется сильно мягкие для меня какие-то. Я, наверное, после грузовика, наверное, привыкли. Чересчур мягкие, никак к ним привыкнуть не могу. Блин, легкое прикосновение, оно колом встает. Это, наверное, просто непривычно, с непривычки. Ну, что-то тоже, я вот когда гнали машину, только садился на нее, и что-то я говорю, первое что впечатление, как-то тормоза какие-то... Хорошо, это же неплохо, это же ну, хорошо. Понятно, понятно, ну, как-то все равно необычно все необычно, это. Необычно, да. Да, необычно, вот. Мощный, вот. Хороший тормоза. Угу. Ну, ладно, что-то не там разобрали. Но все равно как-то надо картоночку или что-то, морду как-то, закрывашку какую-нибудь придумать. Да, ну, сейчас что-нибудь. Угу. Так, ну не знаю, что-то вот кусок дермантина есть здесь. Вот, может быть, что-то из него попытаться сделать. Ну, конечно, страшненько все это будет. Ну, знаете как, зато тепло, да? Зато тепло будет. Вот, там мороз закончится, да, надо будет брать. Я не знаю, наверное, верхнюю решетку. На две части разделить. Или... Да раздели две части. Да, можешь подогни просто ее, как посмотри. А как? А там еще под номер же стоит. Ну, завести-то она заведется, ведь если, допустим, ехать. Смотрите, после такого отстоя сразу уровень, насколько упал жидкости. Ну, скорее всего, сжалось это просто. Вот еще заведу, когда заведется машина, показать, что она подымется до нормального. То есть, вот такой вот мороз у нас. Еще повторю, минус 38 ночью сегодня было. То сейчас 31. Кстати, сейчас вот на Кэмри рассматривали, да? Где-то вот эти точки контрольные стоят, прокрашенные, да, для чего они нужны. Ну, то есть на таких узлах ответственных, скорее всего, это контроль качества показан. Не для того, чтобы ты там откручивал, не откручивал, посмотреть, да. А то есть, что конкретно машина ушла с подушками закрученными. То есть, ну, как-то так. Вот. Сейчас такая вот
временно штучка прилетит. Ну, скорее всего, где-то в продаже есть специальные, да, вот такие нахлобучки. Ну, здесь вот, вот на низ вот такая вот есть. Я встречал, типа, кожанка, не кожанка, вот сюда на низ, вот на эту нижнюю губу ставится. Угу. Но она только не эта, по-моему, не на люксовую, а на простую. Не знаю, чем отличается, бампера вроде одинаковые. Ну, то есть, надо еще как-то у кого-то, что ли, увидеть это или узнать. Вот. Да, может, на клипсах какая-то будет защелка вставляться. Ну, именно сейчас, в данный момент, конечно, заводить не будем, пусть стоит, отогреется, ну, хотя бы пару часов поставить, ну, там уже проблем нет, заведется. То есть, ну, все как-то вот так вот. Первые, знаете, моменты эксплуатации. Я завелась, сломалась, короче. Шок, да, как там надо название. Веста не поехала. Пока все. У нас вот полгорода стоит. Там же нет вообще, там как друг друга. Так вот. Леха же тоже завести. Так, у нас знакомый сегодня с Новосибирска тоже уехал туда. Сегодня надо домой возвращаться, он машину завести не может. То есть не дернуть никто его никак там не найдешь. Так что холода наступили, всю неделю обещают. Да, точно. Ну, что-то такое вот получилось. Ну, это такая времяночка. До лучших времен. Вот. Ну, что у нас? Ну, постоянно, да, по-моему, так и будет. Да, у нас не время, но там постоянно. Вот. Вот. Главное, основной поток сейчас перекрылся. Вот эта накидушка на двигатель есть, но уже, наверное, ничего особого придумать не будем. Ну, все, пусть стоит, отогревается, заведется. Да, заведется, конечно, куда он денется. Ну, сейчас в гараже примерно плюс 18 градусов. Да, градусники. Блок от джиги, короче, на росточку лежит, и головка на шлифовку, и Вадя тут, вон ты, короче, кладет. Ну, это тоже такая штука, вот я свой сейчас покажу, сапог, вот он. Это дедушка нам один шил под заказ, тепло. Вот так вот. Да удобная машина, что говорить, прям сильно удобная. Блин, вот это пространство, блин, прям сильно удобное. Угу. Не знаю, там он еще вместе, вон, там, я говорю, это пластмасс у меня вообще наваленный. Не доделываю никак. Так, еще вот еще хотел рассказать маленько. То есть здесь пространство подкапотное с этим именно двигателем. Ну, вообще ко всему доступ есть. То есть удобно обслуживать, если что-то, допустим, ну, я не знаю, там уже не ремонтировать, ну хотя бы что-то там. И первое, что коснулись, там смотрели, неудобно масляный фильтр, да? Да, сильно неудобно. Там защита кожух стоит, и вот он. И на этом окна отсюда... кусок придется отрезать, надо посветить, так, показать. Как... Ага. Ну, у меня смешно, две разные конторы делали, одни глушители делают, да, там... а другие фильтра ставят. О, как. И как же к нему подлазить-то? Угу. Снизу неудобно, сверху, ну вот эта часть, конечно, вот если сказать, жестянность, вот это, да, да. Вот, вот эта жестянка, конечно, здесь. Если вот ключом даже брать крабом, ну а как, я не знаю, как к нему подлезть. Неудобно. Как? Руки обрежешь, да? Угу.